Ух ты. Отсюда. На меня аж на горячее все полетело. Здравствуйте, уважаемые подписчики, гости канала, обувные маньяки и просто любители обуви. Я тоже любитель, мы тоже любители обуви. Вот, и сегодня мы представляем на ваш суд очень необычную пару. Мы делаем обувь под конкретные условия носки. Вот, и в данном случае нам заказали пару под условия носки такие. Это закрытое помещение, бетонные полы, относительно тепло там, много пыли и, возможно, механические повреждения поверхности, там щепками и так далее. То есть это фактически обувь для плотника или для мебельщика, в общем, вот такие вот. И, кроме того, нужна защита пальцев от падения каких-то тяжелых предметов. Вот и под эти все условия мы вот эту пару разработали совместно с заказчиком, для которого это тоже, конечно, творческий процесс, долго мы согласовывали все это. Вот. Значит, первое, для закрытого помещения, вот, так как нет грязи и воды, всего того, что способствует деградации клея, то мы просто приклеили туда полуподошву, подметку и набойку без гвоздей. Вот. То есть клей там никуда не денется в закрытом помещении. А поскольку бетонные полы могут холодить стопу, давать холод какой-то, то подметка сделана из пенорезины с хорошей теплоизоляцией. Вот. Чтобы в тепле ноги не потели, ну, по крайней мере, по минимуму, да, в паре отсутствует подкладка. Вот. Она сделана из одного слоя толстой кожи. Вот. Из одного слоя толстой кожи. И, кроме того, пара собрана на очень экологичный крахмальный клей, вот, не образующий какой-то такой пленки, которые образуют каучуковые клея, то есть этот клей, который дает, в общем, ноге дышать. Вообще вся индивидуальная обувь в идеале, конечно, собирается вот на такие клея, которые они не очень крепкие, но зато они очень-очень даже очень гигиеничные. Значит, от пыли защищает глухой клапан, который идет до самого снизу, до самого верхнего канта. Вот, то есть в эти можно сказать, заправить даже брюки туда, то есть он достаточно широкий клапан, то есть если его сбоку посмотреть, вот, да, то вот туда пройдет нога и даже с брюками и можно зашнуровать. А пальцы защищает усиленный подносок, усиленный, да. То есть там толщина материалов порядка 7-8 миллиметров, он двойной, поэтому такой нос у этой пары выглядит таким массивным. Вот все жесткие детали, и подносок, и задник жесткий, они упрятаны под настрочные декоративные элементы. То есть это отрезной носок и это задинка.
И в результате вот всех вот этих вот выборов, которые мы сделали для этой модели, вес пары оказался всего 1400 грамм. То есть американские аналоги обычно весят на 200 грамм больше. Вот. Легкость обуви к тому же придает пустой каблук. Там этот каблучок, он высверлен в серединке. Да, он выставлен в серединке. Вот. И пенорезиновая подошва. Она тоненькая. Ой, она легкая. Она легкая. Конструкция у пары прошивная. Пара прошита вот, напрямую через стельку по всему контуру. Вот. А рант, который здесь есть, он не несущий. Он просто декоративный, но он скрепляет рант и мидсол, и кожаную подошву. То есть он не расслоится. Вот. Но самое интересное в этой паре, конечно же, это главная ее изюминка – это фактура ее или фактура верха. Вот это юфть, но юфть вывернутая наизнанку. Вот она, вот видите, она царапается легко, как бы, и она вощеная. Вот чем она хороша? То есть это антивандальный вариант. То есть его можно вот эти вот полосы, которые на нем появляются в результате каких-то там механических повреждений. Вот можно просто взять крем, вот, и спокойненько любые даже достаточно сильные повреждения, да, загладить с помощью, если не пальца, то уже с помощью щеточки и вот крема. То есть это обувь именно для использования в таких вот тяжелых условиях, где любая обувь из кожи с гладким лицом, она сразу покажет все повреждения. Здесь же вот повреждения вот после того, как ты ее протрешь и хорошенько прогладишь, то уже ничего нет. Вот, и это достоинство этой кожи, она именно для того, чтобы использовать ее в самых таких условиях, где возможны эти мелкие всякие повреждения верха. Фактура очень необычная для России, поэтому мы с удовольствием взялись за этот заказ, сделать такую красивую пару. И оказалось, что она вполне соответствует современным тенденциям на состаривание вещей. То есть она выглядит уже как будто бы ей достаточно много времени. Вот такой вот вид у нее состаренный, хотя она, конечно же, абсолютно новая. Вот. И одевать ее, я думаю, можно не только как рабочую обувь для работы в данном случае, но если ее сделать с подкладкой, то можно ее использовать и как демисезонную. Вот. Этот цвет, который вы видите у себя, он рыжий. Вот на килте, который вот служит для защиты. Да, кстати, килти вот это вот, это такой элемент, который служит для защиты языка. Вот язычок здесь очень тонкий, нежный, вот, чтобы он не мешался при работе. Он делает складочку, и килти его, вот складочка такая на язычке. Вот когда, то есть нога туда входит, ну, в саму обувь, то складочка. И вот килти защищает этот нежный язычок от механических повреждений, жестких предметов. Вот. Ну, можно использовать, конечно, это и без нее. И вот эта вот фактура, которую вы сейчас видите на килте, это как раз не вощеная выворотная юфть. Вот так бы пара выглядела, если бы ее не завощили, она была бы рыжей. Ну вот, поскольку она сейчас завощена, она вот такого странного цвета. Вот это, конечно, необычная фактура для России, вот. Но я думаю, что найдутся любители, которые вот такую грубоватую фактуру полюбят и за ее неприхотливость, за ее такой брутальный вид, может быть, тех, кто люди ну, любят мотоциклы на байках, вот такой вот, она очень даже выглядит как вполне апокалиптический такой вариант, хороший. Вот. Ну, в общем, это все, что мы хотели вам сегодня показать, а сейчас посмотрите на фотографии этой пары с более близкой дистанции. Спасибо за внимание и всего доброго. Будьте на нашем канале. Счастливо!